вокальный химик Дмитрий Тараканов. Очень много. Ну, по сегодняшнему по счету проиграли 6 очков. В целом Тула не показала своей хорошей игры сегодня. То есть, а мы, получилось, выиграли еще отвратительнее, чем Тула. Я надеюсь, мы сегодня проанализируем все ошибки, которые мы сделали за игру. То есть они поставили против нас зону защиту, и мы немножко потерялись в этом моменте. Плюс там в начале игры 3 человека у нас выпало. Не знаю, по каким причинам, но я не ожидал от ребят такой игры. И потом на раскачку с такими командами времени нет. Сейчас тем более плей-офф на носу, сейчас все игры, каждое очко и каждая борьба, каждая секунда очень многое дает. Будем анализировать, смотреть, и надеюсь, мы сделаем правильные ошибки. Плюс еще завтра у нас появится Алексей Тычилкин, наконец-то мы его дозаявили. Завтра, я думаю, он усилит нашу игру. Спасибо тренерам, что приходили, болели. Завтра игра будет лучше. Приходите. Баскетбольного клуба «Нефтехимик» Денис Сметанин. Денис, что сегодня не получилось? Ну, во-первых, получилась игра в защите, плохо нападение. Комбинации не крутили до конца. Много трехочков. Ну, много. Нужно было сегодня выигрывать. Команда тоже плохо играла. Понятно. На завтра настрой побеждать обязательно? Выиграем завтра. Ну, верю. Как обычно. Несколько слов по игре и по сопернику. Что еще по игре? По сопернику. Игра получилась непростой, в принципе, как мы и рассчитывали. Но с командой довольства появили очки. Всегда один на любую. Мы сейчас боремся за первое место. Thank you.